Ну чё, свежее утро. Пошли стричь бабло. Пройдем пожарника. Нам надо скупать недвижимость. У нас, как говорится, много дел, много проблем. Так. Ну, как правило, я запускаю пожарника. Где я, как правило, запускаю пожарника? Ну, где-нибудь там. Потому что тут какое-то такое место равнинное, да, я уже объяснял. И очень неудобно работать под всякими мостами. Ну, здесь, я думаю, запускаем. Хорошо. И что? И где у нас первый клиент? И выясняется, что первый клиент у нас под мостом. Нет, не под мостом. Я уже так хорошо вожу, вы видите. Просто божественно. Фактически говоря, ни одного столба не уронил. Так, давай, поехали на следующий. Ну, в целом, это где-то, сколько она занимает, эта миссия? Ну, минут 15-20. И дает где-то... Ну, сколько у нас вот было? Подожди, вот смотрите, у нас было 17, да, 16 с чем-то. Ну, допустим, 17. Запомнили сейчас, потом посмотрим, сколько станет. Было? Стало. Отлично. Так. Ну, да, я уже говорю, что у нас добываем мы деньги для покупки недвижимости. Есть букмекерская контора, но я абсолютно не имею понятия вообще, как мне там на ней зарабатывать-то. Вот, к сожалению, такой печальный, кислый факт, что я не бизнесмен.